Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня у нас немножечко необычайная тема видеолекции, урока, но поучительная, прежде всего, вообще-то на заметку многим тем, кто знает огромные возможности акупунктуры. Итак, данная точка ВЦ4 Гуаньвань всегда используется при всеразличных, а когда человек утонул. Вот человек утонул, но многие знают специалисты, что если в течение получаса извлекти тело из воды утопленника, то еще можно привести его в чувство. 30 минут. Больше 30 минут, насколько известно, не приводили. Хотя есть исключения, но тем не менее, больше 30 минут, скажем так, не приводили в сознание многих утопленников. Но данная точка ВЦ4 Гуаньюань, если ее сильно прогревать, сильно прижигать, когда человека извлекли из воды при утоплении, то помощь... Ну, конечно, здесь скажут кто-то, а будет ли под рукой полынная сигара? А вот что можно сделать, если... А вы знаете, можно и сигарету закурить и просто хотя бы поднести этот огонь раскаленной сигареты. Либо уголек какой-то к этой точке. Либо костер, вот, лучинку сильную, скажем так, разогретую. Для... И, скажем так, держать около этой точки. Считается, поверье на Востоке, в Китае, что данная точка может привести к жизни утопленника. Но до получаса. Конечно, это на ваш суд остается, на вашу веру, на ваше понимание, что может акупунктура, может кто-то сказать, это очередная байка, басня. Но тем не менее, возможности данной точки и акупунктуры очень велики. Они не исследованы. Потому данная информация, прежде всего, для... тем людям, которые все-таки что, стяжают знания. И может кому-то данная точка все-таки поможет вернуть жизнь, либо вернуться к жизни. Поэтому данное видео, может она, это видео и не сыграет основную роль в познании акупунктуры, но тем не менее, это еще раз говорит о том, что акупунктура, широкий спектр ее не изучен по сегодняшний день. Он велик. Только вот люди берут во внимание это. И делают с малого великое. Но это уже у каждого свое рассуждение. Спасибо за внимание.